Невероятными по турнирной интриге стали матчи по флорболу крупнейшего отечественного турнира современности Ukrainian Open 2012, проходившего с 8 по 10 июня во Львове. В четырех категориях соревновались 35 команд из 6 стран. Открытый Кубок Украины разыгрывали более 500 флорболистов. В категории «Дети до 12 лет» со счетом 6-5 скифенята из Нового Раздола одержали победу над командой сверстников «Комета» из города Красный Луч. Донецкий «Барс» в категории «До 16 лет» в финале обыграл львовский «Гладиатор» в счет 2-1. В финальном матче в соревнованиях среди девушек прибалтийская команда Рига Славовас переиграла ХЗМ Лейди, а мелитопольский Эскейп завоевал бронзу в матче за третье место в поединке женской сборной Западной Украины. Таким образом, мелитопольцы еще раз подтвердили статус сильнейшей команды страны. Отметить также хотелось бы выступление Эскейп. Девочки очень важный международный опыт получили, и для них эти бронзовые награды, они стали первыми такого ранга, и очень за них рады, потому что это база для женской сборной Украины в нашем городе, также сильнейшая команда женской Украины. Прошлогодний победитель чемпионата «Мелитопольская скала» начала защиту титула с победы над молодежной сборной Украины Ю-19 со счетом 4-3, после чего одержала победу над сборной Львовской области «Варвары» 8-3. В заключительном матче группы «Б» против белорусской Dream Team «Скала» проиграла во втором периоде со счетом 4-8. Это поражение заставило мелитопольских спортсменов пробиваться через 1/8 финала, где их ожидала еще одна сборная из Тернополя и Нового Раздола «Шторм». Основное время не выявило победителя матча, но в серии буллитов более опытные чемпионы Украины взяли верх и вышли в 1/4, где мелитопольцам пришлось сразиться с белорусами и в четвертьфинале уступить им по серии буллитов. Минчане праздновали победу и выход в полуфинал. Для «Скалы» дистанция была окончена, и она заняла 5-е место. В целом, выступлением команды довольны, несмотря на то, что вылетели в четвертьфинале, не попали в четверку сильнейших. Но если посмотреть на то, какого уровня команды были полупрофессионалы, были профессиональные игроки, которые, в общем, всю жизнь свою связали с флорболом и только этим и занимаются. Ребята, те же белорусы, тренируются каждый день. И потом невозможно весь сезон находиться в пике формы. И как бы играть на голом энтузиазме весь год, прикладывать все силы, несмотря на то, что флорбол у нас просто пока на такая инициатива личная. То есть ввиду всего этого команда показала очень хороший результат. Самое главное, что морально-волевые качества, как и сила воли, борьба, характер, они у команды остались. И ну, в Украине, я считаю, нет равных команд именно по этим качествам «Скале». В итоге белорусы завоевали бронзу, а украшением турнира стал финальный поединок в категории «Мен». Противостояние между шведами и командой «Арена» из Санкт-Петербурга завершилось ничью со счетом 5-5. Буллиты же лучше исполнили россияне, и главный кубок Ukrainian Open отправился в Санкт-Петербург. Сезон для «Скалы» завершен. После непродолжительного отдыха команда начнет готовиться к поездке в Чехию, где примет участие в крупнейшем международном турнире «Чех Open 2012», который пройдет в Праге с 16 по 19 августа.